Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать, как нужно прыгать на скакалке именно для того, чтобы развивать прыгучесть и вообще все основные аспекты, которые важны для прыжка. И для этого я буду использовать свои две основных скакалки на данный момент и также расскажу и покажу, чем вообще отличаются виды скакалок и виды прыжков. Поехали! Начать хочу с того, что покажу, как именно я сейчас занимаюсь на скакалке. Вы просто внимательно на все это посмотрите и подробно буду рассказывать, как прийти к этому и какие основные ошибки совершают начинающие прыгуны. Для начала нужно будет овладеть тремя стилями основными, которые максимально способствуют развитию прыжка. Это обычные прыжки на месте на носочках с минимальным отрывом от земли. Второе – это латеральные прыжки, когда вы прыгаете посменно слева направо, слева направо. И третий вариант – это когда вы прыгаете с попеременной сменой ног через линию на месте, то есть вперед-назад, вперед-назад. Тоже, точно так же все эти виды прыжка совершаются на минимальной высоте и все на носочках. Итак, ребят, сразу же хочу предостеречь всех от начинающих ошибок, которые совершают абсолютно все по причине того, что многие делают так, как проще, а не так, как правильно. Смотрите, когда вы будете прыгать на скакалке, ваша задача просто слегка подпрыгнуть вверх. Не нужно под себя подгибать ноги и выносить их сильно вперед. То есть все начинающие любители, это вообще называется женским стилем, прыгают на скакалке вот так. Такого действия совершаться у вас не должно вообще. Ваш прыжок должен выглядеть следующим образом, именно сбоку. Вы остаетесь на месте, ноги никуда не подгибаете. Чуть-чуть можно выводить ноги вперед и при этом прыгать за счет носочков. Высота отрыва, ну в идеале, конечно, должна составлять буквально пару сантиметров именно от самого носка. Пятка, конечно, чуть повыше, но вы не должны на нее приземляться. Поэтому таким образом вы со временем начинаете прыгать с более высокого варианта и постепенно-постепенно переходите к самому-самому низкому. И это и способствует наработке шага в прыжке, то, что для нас с вами важно. Неважно, прыгаете вы с двух или с одной ноги. То есть вы нарабатываете именно момент техники и очень сильно укрепляете как переднюю, так и заднюю часть голени. То есть тем самым вы способствуете укреплению голеностопа, реакции, скорости, абсолютно всему. По поводу скакалки хочу сказать такой момент. Смотрите, скакалка по норме считается, когда она вам заходит ручками под мышки. То есть это примерно так нужно будет отрегулировать ручки и длину самой скакалки для того, чтобы она у вас была под мышками. Насчет веса и качества скакалок, ну, многие считают, что там у меня, допустим, хорошие скакалки, вот это вот именно боксерская, она утяжеленная для того, чтобы еще дополнительно кисти качались. У меня также есть профессиональная очень дорогая скакалка, которая вообще с двумя подшипниками. Сразу хочу сказать, никакая скакалка не влияет на сам вид прыжка. Мне без разницы, на чем я буду прыгать, абсолютно. То есть на 200, за 200 рублей будет скакалка или за 3000. Вопрос будет только в скорости и в качестве выполнения некоторых элементов. То есть для того, чтобы научиться прыгать, вы можете обойтись самой дешевой скакалкой. Вам нужно наработать только самые простые элементы. Если вдруг у вас там, ну, так окажется, что скакалка будет совсем какая-то короткая, можете учиться прыгать скакалкой сбоку в одной руке. То есть совершать кручение сбоку. Это вполне приемлемо для тех вариантов, когда у вас нет возможности где-то там, сейчас достать скакалку или нарабатывать, возможно, дома, в домашних условиях сам прыжок. То есть вам нужно отработать технику. Ее, в принципе, можно и без скакалки, но скакалка лучше поддает вас контролю. Поэтому эта скакалка у меня утяжеленная, с большим. Также у меня есть второй вариант, сейчас я вам его продемонстрирую. Это уже профессиональная скакалка, у нее двойные подшипники. Первый находится в ручке, второй находится на самом шнуре. Тем самым скорость у этой скакалки феноменальная, но и цена ошибки на ней очень-очень высокая. Если один раз она попадает по открытому телу, то следы остаются порядка 3-4 дней. Иногда даже можно до крови это все рассечь.
Момент перехода с тяжелой на легкую скакалку, он требует некоторого времени. Но скакалка у меня точно такая же здесь идет, как та, подмышки. Поэтому под себя все это регулируйте. Если у вас все еще нет скакалки и после просмотра этого видео вы задумались о ее приобретении, сразу же хочу вам сориентировать на то, что желательно покупать на подшипниках. То есть неважно, какая это будет, желательно, чтобы они вращались в своих ручках или были какие-то дополнительные подшипники, потому что такие скакалки все-таки, ну, они немножечко лучше, на них легче будет вам научиться, нежели чем те, которые за 200 рублей. На личном примере скажу, они рвутся. Я уже не одну скакалку свою собственную порвал и в других местах. Они просто перетираются вместе ручки. Поэтому один раз лучше взять там в 2-3 раза дороже, чем каждые несколько месяцев менять скакалки. Теперь подробнее о отработке каждого элемента из тех, которые для нас важны. Смотрите, я понимаю, что в первый раз всем будет очень тяжело вообще контролируемо начать прыгать на носочках. То есть все равно все начнут подгибать ноги назад, пытаться выводить вперед, что-то еще другое выполнить. Вы для себя начинаете, даже не обязательно на скакалке это совершать. Вы просто встаете на одной определенной точке и начинаете пытаться прыгать на носочках. То есть изначально вообще встаем, ни в коем случае пятку мы с вами не опускаем и начинаем подпрыгивать. То есть этот момент нужно будет просто, чтобы он дошел у вас до привыкания. Те, кто никогда не прыгали на носочках, ну, у них бывает это не получается делать именно контролируемо. Что-то там такое, разброс какой-то начинается или еще что-то. Как только вы включите скакалку, вы будете пытаться подогнуть подсознательно ноги под себя, потому что вы боитесь, что вы по носочкам стукнете. Поэтому, если вы даже сможете в обычной жизни отработать этот элемент, вам будет намного проще уже переключиться на скакалку. Как только вы на нее перейдете, первый прыжок вы можете совершать немножечко выше и с подогнутыми коленями, чтобы почувствовать вообще вкус, так сказать, самого прыжка. То есть первый мы с вами идем повыше, ищем чувство, контроль скакалки и начинаем уже прыгать полноценно. Это самый простой элемент из всех, которые есть на скакалке, но очень важно следить именно за техникой. То есть вообще, в принципе, ничего сложного в том, чтобы научиться правильно или высоко прыгать, нет. Главное соблюдать правила, которые мало кто озвучивает. И в данном упражнении основное правило – это прыжок, который совершается только на носочках. Итак, второй элемент – это латеральные прыжки, что от английского, именно в боковые, в бок. Смотрите, здесь момент именно идет в ногах. То есть нам нужно, уже отработав первый элемент, о котором я ранее рассказал, перейти будет ко второму. Это прыжок в бок. Желательно это совершать через линию, то есть не обязательно существенную, обычно мнимую, то есть для себя определили, вот есть линия, и мы через нее совершаем перешагивание. Принцип остается тот же. На носочках минимальная высота подпрыгивания, ну и со временем мы стараемся увеличить скорость самого прыжка. Для того, чтобы научиться этому элементу, очень часто люди совершают такие вот прыжки. Нет, наша с вами как раз таки задача обе ноги переставить сбоку от линии. Если мы прыгаем с вами направо, то мы первой ногой ставим правую, левую, левую, правую. Можете отработать этот элемент изначально без скакалки. Это вообще очень хорошо нарабатывает как скорость, так и реакцию, так и силу и так далее. То есть тут можно перечислять до бесконечности. Но это вам в будущем поможет именно на моменте прыжка, когда вам нужно резко где-то взорваться, остановиться и поменять свою траекторию прыжка. Казалось бы, это вроде бы какой-то мелкий элемент, но выполняя его перед каждой тренировкой буквально 3-5 минут, вы очень сильно способствуете своему прогрессу в будущем. Ну и третий элемент – это попеременный ног вперед-назад. Принцип тот же самый, минимально на носочках. И здесь уже совершаются перешагивания через линию. То есть одна нога у нас должна быть перед линией, вторая сзади. Вариаций на самом деле можно придумать множество. То есть можете двумя ногами прыгать вперед, назад. Можете еще какие-то квадратик для себя нарисовать, все что угодно. То есть это
именно те упражнения, которые мне поспособствовали к приведению меня в ту форму, которая у меня сейчас есть. Это далеко не все варианты скакалки, которые я выполняю, но это основные базовые, которые, я считаю, должен уметь каждый. Отработав их, ну не то чтобы до совершенства, но до того, что вы можете прыгнуть 100 раз и не сбиться, позволит вам в будущем переключаться на любой элемент, сопутствующий, похожий или наоборот более сложный, который помогает, может быть, в развитии реакции, координации, всего чего угодно. То есть я очень люблю бегать на скакалке 40-50-60 метров в спринт. Казалось бы, да, каким образом, но я стараюсь развить максимальную скорость на отрезке, при этом каждый раз прыгая на скакалке. Это очень тяжелое техническое упражнение, но при этом это не то же самое, что бежать 40 метров. Ты устаешь намного сильнее, ты пытаешься себя координировать, и тем самым намного лучше и сильнее ты нарабатываешь вообще технику своих ног. То есть в нужный момент ты понимаешь, что ты сможешь поставить ногу туда, куда нужно, и с той скоростью, которую ты уже развил. Ну и как всегда, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Не забывайте подписываться на мой канал. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы по данному видео или вообще в целом есть какие-то вопросы по развитию прыжка, пишите их обязательно в комментариях. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а с вами, как всегда, был я. Всем спасибо. Пока. No matter what you say, what you do.